И если бы я был птицей, так бы и полетел вокруг земли в поисках следующей осени. Эти слова может произнести всякий человек, призвание которого – учитель! Педагог, учитель, воспитатель. Имен у человека с большой буквы очень много. А вот цель одна – сделать из маленького неопытного ребенка взрослого, духовно богатого человека. Сегодня тех, кто проживает с детьми самые непростые моменты их жизни, не только искупали в овациях, но и вручили почетные награды – нагрудные знаки, цветы и благодарственные письма. Вы посвятили себя благородной миссии, воспитанию и обучению подрастающего поколения. Наверное, нет в жизни больше такого периода в жизни человека, когда он так меняется от 7 до 17. И эту жизнь он проживает рядом с нами. И это счастье. Каждый день мы встречаемся с их эмоциями, с их настроением. И важно очень, чтобы вот поддержать ребеночка, да, вот это в первую очередь нашу профессию входит. Ну а музыкальная сфера, она близка к нему как никогда, и с музыкой он встречается очень часто. И мы тут приходим на помощь и, конечно же, помогая максимально адаптироваться к миру. Сегодня в стенах Дворца детского и юношеского творчества чествовали школьных учителей и педагогов дополнительного образования. 58 преподавателей получили награды от Министерства Пермского края за добросовестный труд и огромный вклад в образование Прикамья.